Итак, всем привет. Я нашел задачку с Катерпиллером. В общем, если я его транспортирую, ну, в общем, короче, на лесопилку, так вот. По идее, он останется мне. Доехал я, конечно, сюда за кадром, взял прицеп. Прицеп отогнал, чтобы он мне не мешал. Я его потом заберу и продам. И продам на магазине прицепов. А Катерпиллер я хочу доставить и прокатиться на нем. Это еще одна тяжелая техника, которая, как мне кажется, на таких колесах по Аляске вообще будет без всяких проблем проходить где-либо. И, в общем, мне это уже очень интересно, и я уже предвкушаю выполнять какие-нибудь задачи именно на нем. Так, надеюсь, он повернет. Ну, поверни, пожалуйста. Здесь прицеп, все, нам туда направо. А если его еще там нужно будет прокачать, так это вообще будет просто зверь. Зверь. Единственное плохо то, что... Вот, почему нельзя прицепить лебедку сзади и тащить за собой какую-то технику, и одновременно же нельзя спереди прицепить лебедку для того, чтобы вытащить обе техники, то есть... Из грязи, допустим, или еще с чего-то, с какой-то ямы. Вот это вот мне как бы не сильно нравится. Здесь вот будут какие-то трудности у нас с прохождением. Что за бред, а? Я так понял, да, он застрял, да? Охренеть можно просто. Это вот тянуть, блин. Жесть какая-то вообще. О, вообще лучше было просто бы пересесть. Но, блин, пересесть туда нельзя. Короче, отстрели нахер на эту лебедку. Да чтоб тебя. Блин, это бред какой-то. Не, подожди, он не застрял. Он не может застрять. Хорошо, я так и понял. Ладно. Сейчас я тогда развернусь. Да, поближе. О, отлично. Совсем другое дело. Thank you.
вообще, если это внедорожник, почему я не еду просто вот так, напрямик, а? Это же внедорожник. Чё я парюсь-то, ёпта? Какая нахрен мне там дорога? Ага, понял. Погорячился. Блин, ну поворачивать-то не капец, как хреново эти тяжи. Ну, проходимость у них хорошая. Ну, блин, ну там же ж дерево, ну. Короче, это та еще задачка. Тяжем тянуть тяж. Да ебана мать, а. А так я зацепить их. И он сейчас в дерево въедет. Хочу еще вернуться за тем прицепом, забрать его, продать. Отремонтироваться, потом продать. Вот награда. Caterpillar 745C. Отстрелим. Так. Блин, а за прицепом так вот. Может вот так вот. Ну там же надо будет. Так, ладно. Первое, что мы делаем, пересядем. Пересядем на этого. Тут передний привод. Япона мать. Это прям как 700. Вот это жесть вообще. Блин, мне хочется загнать в гараж, но гараж, блин, хрен знает где. И... хочу посмотреть просто апгрейды, какие есть на него. А потом просто опять возить его сюда. В общем, я еще подумаю и посмотрю, какие есть задачки. Итак, загнал я эту технику в гараж. В общем, есть доступен движок. Немного мощнее, то есть, ну, пока не знаю, не вижу в этом смысла. Коробка, то есть, с повышенным расходом, но тоже не знаю, есть смысл. Подвеска тут стандартная, и шины, которые открываются на следующем уровне, но все они одинаковые, разница лишь в проходимости на бездорожье и по трассе. То есть, по трассе все плохо, меняется на бездорожье. У нас сейчас на трассе в среднем. И хорошо на бездорожье.
Есть отлично на бездорожье и хорошо на бездорожье, но на трассе плохо. В общем, ну, вот те, которые сейчас стоят, они, в принципе, неплохие, которые как раз, то есть, по грязи и по бездорожью, то есть, нормально. Ну, можно поменять на вот такие вот, на отличные по бездорожью и по грязи. Ну, вот эти вот. Короче, в общем, смысла я, в принципе, особого не вижу. Пока что покатаем на этих. Ну, лебедка, это понятно, дифференциал. И вот кузов. Есть топливная цистерна. И, ну, это, наверное, не знаю, бесполезная хрень. Ну, хотя, не знаю, посмотрим. И вот контейнеровоз. Вот контейнеровоз мне больше всего интересен. Я предпочитаю его купить. А, кстати, из модернизации здесь только диски. Из внешнего тюнинга можно поставить только диски. Ну, в общем, вот так вот. И мне интересно, что здесь можно прицепить теперь. Ровно счетом ни хрена. Поэтому даже не знаю, как эту технику и применять. В общем, доехал до ближайшего пункта. Здесь два места, то есть погрузить я могу только вот так вот. Расходники. Два штуки. Ну, возможно, в других пунктах будут другие грузы как-то. Ну, в общем, здесь два места. Вот так вот можно грузить. Не скажу, что сильно интересно, в общем. По-моему, полный бред. Но просто с высокой проходимостью. В общем, вот такая вот фигня. Итак, продолжаем наше задание. Так, вот. Взял я основной сюжет. Основные задания, скажем так. Также я применил Caterpillar. Но об этом чуть-чуть будет позже. Все-таки лучше, чем вот этот вездеход. Ничего пока что нет. А Caterpillar, он, короче, я бы сказал, что он слишком мало грузоподъемный. Так, подожди, что-то я запутался. А, о, так мы можем так даже выехать, ничего себе. Это замечательно. Если потянем, конечно. Давай, давай, давай. А, зацепиться тут. Странно. Блин, ну это объезжать неохота. Попробую здесь проскочить сейчас.
через деревья. Должно получиться. Ну вот. Но на гору по льду тут даже с цепями, в принципе, тяжеловато им, конечно. Но пхнет. Хотя груз, правда, не особо сильно большой. О, выехали, все. Заправочку, ну ладно. Так, вот тут вот, да, дальше нам надо, дальше. Сразу же съезд. Ага, вот. Через это болото. А, вообще я хотел чуть-чуть по-другому. Ну, не надо. Я хотел достать сразу два груза, но... сейчас. Такой лайфхак. Да чё ж он не поворачивает? Ни хрена то, блин, а? Кошмар, только по снегу, по льду ни хера не поворачивает. Вот примерно так. Сейчас мы делаем. Вот. И... Короче, должно получиться сейчас. Палы, а? Я сказал, выравниваем. Чтоб четко. Блин, а? Вот как-то так вот. Вот теперь пересаживаемся обратно. Здесь у нас все включено. Берем лебедочку. Вот так вот. Опа. И покатили. Покатили паровозик наш. Тем самым я доставляю два груза с разных мест, но почти из разных мест, но одновременно. Но тут, кстати, можно было бы, конечно, на одном этом, но просто это сильно большой крюк делать надо было бы. А я просто еще хочу, но это, наверное, в следующем выпуске уже покататься именно на Caterpillar'е. Ну, посмотреть, есть какие-нибудь там задачки для него, посмотреть и выполнять уже именно чисто на нем.
задействовать ее, скажем так, побольше в основной части. Ты зараза, а? Ну а сейчас я просто, чтобы сократить время и быстрее пройти задачу, просто выполняю на двух машинах. Так, поскольку так будет просто быстрее. Когда с разных точек карты доставлять в одну, то есть на разных машинах. Так я это уже демонстрировал еще на, по-моему, буровая задача называлась, или как-то так там, еще в Мичиане. Отстреливаем ребятки. Так, цель. Вот. Опа, все. Так вот задачка и выполнена наша.